саженцы аивы йоксимия имеют небольшую, овальной формы зеленую листву с мелкими зазубренностями по краям. Цветет в мае обильным цветением, которое представлено одиночными ярко-оранжевыми цветочками. Стебли растения крепкие и раскидистые. Куст вырастает около 1,5 метра в высоту с шаровидной кроной. Преимущество аивы йоксимия. Засухоустойчиво. Нужен легкий уход. Высокая декоративность. Плоды айвы йоксимия созревают осенью и имеют желтый окрас. Фрукты продолговатой формы и очень твердые. Применяются для приготовления варенья, компотов, джемов. Очень богаты на витамины. Айва – прекрасная йоксимия – это кустарники высотой 30-40 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.